Это дорог? Дорог, брат, что случилось? Ты в порядке? Я в порядке. Что-то случилось или ты так? Просто мимо проходил? Нет, не проходил. Ну ладно, присоединяйся к нам, если хочешь. Хорошо. Если вы не заняты. Да нет, не заняты. Видишь, все смотрят на нас. Мы просто сидели в саду, ничего такого. Всем привет. Добро пожаловать, брат Дарук. Как ты, принцесса? Давно не виделись, я скучал. Я тоже скучала. Надеюсь, все в порядке? Явился в такое время. Добро пожаловать, сынок. Спасибо. Надеюсь, не потревожил вас в такой час. Дарук, что ты? Ты не можешь нас потревожить. Добро пожаловать. Но все же спрошу, с родителями все в порядке? Да, в порядке. В порядке. Я просто... Я поссорился с отцом. Почему? Я больше не могу терпеть его выходки. Надо было это сделать давно. Но я это сделал только сегодня. Хлопнул дверью и ушел. То есть ты ушел из дома? Да. Ничего страшного. Такое случается между отцом и сыном. Помиритесь. Тебе есть где остановиться? Ладно тебе, Архан. Неужели мы оставим сына госпожи Небахат на улице? Я постелю тебя в гостиной. Будешь там спать вместе с Угулджаном. Хорошо. Мне подходит. Если, конечно, вы не против, Кадир. Конечно, не против. Поживи, пока у тети. Тогда ладно. Спасибо. Простите. Мелисса звонит. Привет передавай. Агулджан, налей другу чай. Мама, я же твой принц. Агулджан, сейчас тапком кину. Асия, думаю, он притворяется, чтобы помириться с тобой. Сомневаюсь, что он ушел из дома. Сестренка, я дал добро, не спросив тебя. Но ты же не против? Не против. Думаю, ему некуда податься, брат. Он сразу согласился, когда тетя предложила. Мы немного...